После такого завтрака никакие торты не хочется, никакие пирожные и другие сладости.
Вкусно, но не супер свежее. Сладость. Здесь орехи. Какая-то масса непонятная. Чай. Так себе. Ела гораздо вкуснее покупные. Так я не пойму, что здесь внутри. Похоже на мармелад. Непонятно. Супер свежая сладость.
Все, всем пока-пока. Сегодня у меня такие сладости. Все те же сладости из той же коробки. Сегодня посмотрела фильм Джейми Оливера, известного британского шеф-повара, про сахар. Я не помню, как называется точно, но если набрать Джейми Оливер документальный фильм «Сахар», то он то YouTube выдаст его, думаю. Сказать, что сильно поправляюсь от того, что употребляю много углеводов или вредной какой-то пищи. Хотя я очень стараюсь есть правильно. Не как раньше, конечно, когда я была на ПП полностью. Но стараюсь хотя бы употреблять много белка, клетчатки, то есть овощей.
совсем от сладкого.